Всем привет, меня зовут Александр Скридулис. Мы снова на природе вместе с компанией Резать.ру в рамках проекта «Резать как шеф». Сегодня у меня очень необычный нож. Его называют продолжением руки, прародителем всех ножей. Это шинковочный нож. Возможно, вам покажется, что ручка немножко маленькая. Мне тоже так сначала показалось, но им нужно работать тремя пальцами, обхватив нож. И таким образом получается, что вы держите его очень-очень крепко, он никуда не выскользнет и очень удобно шинковать. Сейчас мы сделаем при помощи него салат, потом возьмем другой нож, сделаем стейк из лосося и все это запечем. Начинаем. Дальше займемся стейками рыбы. Для этого нам понадобится Яксел шеф-нож. Так, берем рыбу и отрезаем несколько стейков. Большое спасибо за уделенное вами время. Надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!